3. Пошли. Всем привет! Мы приехали на развивающее занятие в садик. Алиса, пойдем заниматься с ребятками? Да. Пойдем. Пошли, пошли. Вот там. Вон там, да. Сейчас мы с Алисой ждем ребяток остальных, которые в садик ходят. И будут они все вместе заниматься, вместе с Алисой. Тут много всяких развивающих штучек. Можно поиграть. Мама. Ты назад убирай, чтобы тетя не ругалась. Убирай назад. Смотри, какие здесь цветы. Для мамы? Для мамы, да? Для мамы цветочки. Пойдем вместе. Походим, да? Алиса, смотри. Ой, как красиво. Тут с потолка висят листочки. Как будто осень, да? А здесь поделки. Классно. Белый? Синий. Красный. И желтый. Цветные магнитики, да? Можно рисовать. Можно играть. Можно играть. Да, здесь занимаются ребятки маленькие. Ты будешь заниматься, да, с Бэби Боном? Красиво, очень красиво. Тут маленький Китти на ручках. Красивая. А тут губка Боб. Вот мы вышли с занятий. Алиса, тебе понравилось? Посмотри на меня. Тебе понравилось на занятии? Смотри, какие циферки здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Да? Можно ножками здесь ходить. Здесь горка. Лягушка, трясучка. Ой, какие смешные поросятки. Хрю-хрю, да? Хрю-хрю. Ой, еще один. Еще один, да. А тут качельки. Осторожно, доченька. Так, капюшон одела? Все? Посадила? Да. Посмотри сюда на маму. Все, забирай. Пойдемте дальше. Папа уже приехал, может пойдем? Капюшон одень только, Алиса. Одевай, одевай, а то папа ругаться будет. Молодец, молодец. Папа! А мы с мамой тут ходим, да? Алиса, ку-ку! Алиса, Алиса запуталась. Сейчас папа придет, тебе поможет сесть, ладно? Ты покачаться захотела? Алиса, ну ты такая какая-то неповоротливая сегодня. Вот так. Нет, сильно нельзя на такой качаться, потому что могут веревочки порваться. Ку-ку, ребятка, маши ручкой. Алиса, ты маши ручкой, ребятка. Тебе понравилось сегодня на занятиях? Еще. Будем еще ходить. Это тоже качелька, как тарзанка. Алиса мучается, не может никак куклу посадить. Такая веревка крепится кверху. Держись. Алиса, держись. Папа, держи. Папа, держи эту девочку. Вы хулиганы. Все, пойдем? Пошли. А тут птички. Домой поехали. Все, поехали домой. На лягушечке покатаешься? Можно, на лягушечке можно. Держи, тут мокрое все. Куда вы собрались? Ой, мокро сильно. Ой. Такая большая бабочка красивая, на ней прикреплены веревочки. Пойдем домой. Маме помаши рукой. Мама, приди.
Привет! Поехали в магазин. Тут так красиво. Но Алиса не хочет ходить в садик, капризничать. Что-то ей не нравится. А на занятия с удовольствием сюда ходит, вот на всякие развивающие. Мы едем в магазин. Сейчас Алиса купит себе попить и каких-нибудь вкусняшечек. Да, доченька? Да. Так, Алиса, что ты купила? Киндер-шоколад? Вкуснятинка, да? Ну все, пока-пока, ребяткам. Маши ручкой.